Отряд «Жасыл-Ель» первым приступил к работе в регионе. Студенты ухаживают за рассадой, а также экзотическими растениями. Делают это в Павлодарской экологической школе. К слову, молодежь за подобное времяпрепровождение еще и деньги получит. А вот сколько, узнал наш корреспондент. Михаил в экологическом отряде уже второй год подряд. Парень учится на химика, признается, приходит сюда больше для души. Здесь очень интересно, больше похоже как на дачу. Здесь ты работаешь, убираешься, помогаешь, познаешь разные растения, много цветов разных узнал. Плоды яблок выучил уже, груши, все такое. Здесь очень как бы весело. Отряд работает на базе Павлодарской экологической школы. Каждый месяц студенты будут меняться, хотя есть и те, кто останется. Сейчас занимаются рассадой, затем будут ухаживать, а в августе начнут собирать урожай. За бойцами отряда «Жасыл-Ель» закреплен конкретный участок земли. Кстати, еще и получают деньги. Бойцы данного отряда получают от 29 тысяч, плюс к этому оплачивается пенсионка и индивидуальный подоходный налог. Экологический отряд пока один из первых приступивших к работе. С учетом пандемии коронавируса начали с опозданием на 2 месяца. Но надеются наверстать упущенное. За весь летний период «Жасыл-Ель» должны трудоустроить порядка 1500 человек. Артем Климан, Дмитрий Моисеенко.